электропогрузчик Штиллер 2020, 2003 год, 19 тысяч моточасов. Работали в хороших условиях, наливные полы. В комплекте две батарейки, ну батарейки обе отсевшие. Сколько там работает? Мачта 4,7. Боковое смещение. Девятнадцать с половиной тысяч. Так, батарейка. С твоей стороны шильдик есть? Да. Сейчас подойду. Хавкер, а год 14-й, что ли? Да, похоже. 14-й, да. Да, 2014 года. Последние два года завод стоит, это на Форде работали. Батарейки подсели, ну, возможно, раскачаются, когда начнут работать. И вторая батарея на него есть. Вот где-то среди. Не знаешь, да, Дим? Ну, потом разберемся. То есть вторая батарейка приблизительно в таком же состоянии. Ну, на данный момент состояние батареи не очень. Фонарь безопасности в небо светит. Дим, стой на секунду. А, что-то его... А, окно надо закрыть. Тогда нормально будет. Резкий. Там настройки есть, гидравлика и скорость регулируется. Сейчас слишком резко настроено. Дим, рулевое. Руль, давай покажем. Руль.
темно. Попробуй в ту сторону развернуться. Здесь этот угол темный. Во, стой. Все отлично здесь. Таких погрузчиков два пришло, абсолютно одинаково. Второй вот стоит. Сейчас тоже будем его записывать. Резкий, да, он? Одна назад, другая. Не, он просто резкий. Из-за этих настроек у него идут черепаха-то вот. Ну, тут надо как-то умеючи войти в программу. Вот. А, он выключен, потому что... Надо читать инструкцию.